Всем привет! Меня зовут Надя, и я педагог по современным и уличным танцам. И сейчас мы постараемся разобрать с вами небольшую связку в стиле contemporary. Давайте начнем разбор. Первый элемент. Руки. Правая рука мягко опускается, левая наверх. При этом мы встаем с вами на полупалец, нога идет на пассе, колено смотрит прямо. И раз, и два. Правая нога, после того, как мы поднялись, она опускается и ставится накрест. Коленки мягкие. И раз, и два. Левая рука наверху. После мы делаем вот такой круг, сбрасываем корпус и поворачиваемся в сторону. Нога выходит на полупалец. Давайте еще раз. И раз, и два. Три сбросили, четыре. Вытянули, спина ровная. После мы ставим правую ногу, а потом поэтапно левую. При этом у нас сбрасываются плечи. Очень легко. И раз, два. Еще раз. И раз, два. Давайте соединим. И правая, левая. Круг, сброс. Повернулись, встали. И правая, левая. Отлично. Дальше мы с вами будем делать такой элемент. Руки делают круг, выходят в диагональ. Нога при этом выходит на пассе. И корпус мы сгибаем с правой стороны. И раз, два. Дальше руки уходят вниз. Левая нога также ставится на крест. Сбрасываем корпус, делаем поворот. И выходим на другую ногу. Давайте еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь соединим. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь, раз, два. А теперь мы соединим эти элементы под музыку. Пять, шесть, семь, восемь. Жду вас у себя на занятии.